Здравствуйте, Фернандо. Это видеоответ для вас по вашему вопросу о прицеле СВ-боне 182 размеры. Так вот, Фернандо, если мы удалим диагональное зеркало, так, трубка, внутреннее кольцо с резьбой, оно откручивается, но сейчас в данный момент оно у меня почему-то не откручивается. Вот это кольцо внутрь входит. Размер этого кольца 1 сантиметр. 1 сантиметр. Выход 3 миллиметра. Ширина 1,25 инчи. Внутри видно. О. В данный момент оно плотно вошло вовнутрь и не откручивается. Но у меня есть СВ-боне 705. Т2 адаптер. Он похож на ЗВО. Я не знаю точно размеры ЗВО, но это больше, чем это. Больше. Ну, нам нужен 1,25 инча Т-адаптер. Он подходит к этой трубе. Но тут только 3 миллиметра выход. 3 миллиметра. Один 25 инчи. Это прицел СВ-боне СВ-182. Ну, понятно, да? Не знаю, подойдет ли вам это прицел для видео, это для гидирования, но тут очень маленький выход 3 миллиметра. Если он у меня один раз открутился, вот этот вот кольцо, 1 сантиметр, второй раз, когда его туда открутило, он не выходит. Я не знаю, почему, очень трудно, не выходит он. И один раз вышел, другой раз не выходит. Но резьба наружная больше, внутренняя мельче. Но она 1 сантиметр полностью, вот это кольцо. 1 сантиметр. Выход 3 миллиметра. Диагональное зеркало. Накручивается. Вот. Если я вам помогла, ну, пожалуйста. Спасибо. Если вас интересуют размеры Т2 адаптер, так, внутренне, так, но это для СВ-боне 705.